We change the rule. This side. Так, ровно решающее очко Анастасия мысленно выбрала второй квадратный прием. Хороший удар. Это ее любимый. Как же так, Игорь? Я думаю, что просто... Алина, фрускай. Понимаешь, что здесь, в Москве, должна быть... отдельно благородно, если у меня же нет. И потом, конечно, дальше я играю. Я слышу свою роль, кажется, постоянно. Сегодня я что-то делаю. Подойдем?